Август месяц богатый на праздники, среди некоторых это три спаса – медовый, яблочный и ореховый. Так, 14 числа православные отметят первый, самый сладкий из них. Он носит сразу несколько названий и, как утверждают народные знатоки, обладает магической силой. И хотя до праздника остается почти две недели, готовиться к нему нужно уже сейчас. Почему? Выясняла Любовь Пермякова. В начале августа по народной традиции отмечается Медовый Спас. Это не только христианский, но и славянский праздник. Люди верили, что он обладает особой природной силой. И если правильно его встретить, можно обрести любовь, удачу и счастье. Почему этот день с особым нетерпением ждали все девушки на Руси и как можно изменить свою судьбу к лучшему, узнайте прямо сейчас. Вообще праздник Медовый Спас имеет несколько названий. Например, маковый или же спас на воде. Православная церковь в этот день чтит память трех христианских святынь – креста Христова, на котором был распят Иисус Христос, образа Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери. На Руси этот день встречали торжественной службой, выносили крест на улицу, устраивали водосвятие на реке и купались. Благодаря последнему праздник и получил название «Мокрый» или «Спас на водах». Почему связывали вот как бы с водой? Потому что в этот день святая Елена, по преданию, это мать Константинопольского одного императора, она, в общем, нашла вот это якобы древо у воды, и традиционно его выносили в храм Святой Софии, и вот таким образом как бы православная церковь уже где-то в 16 веке она приняла вот этот праздник как бы за норму и стали тоже освящать воду и выносить в центр храма крест, вот, и даже на воде делались иордания, так же, как у нас вот сейчас это традиционно происходит зимой, да, 19 января, и затем после освящения воды, значит, в воду уже спускалось все население, все вместе купались прямо в одежде, эта одежда уже считалась святой. На Спаса в реке купаться незамоленные грехи простятся, говорили наши предки, и свято верили, что вода в этот день обладает целебными свойствами. С помощью нее можно было защитить себя от болезней, дурного глаза и даже несчастий. Водой можно было излечить от болезней даже домашний скот. Для этого на берег реки пригоняли лошадей, которых священник окроплял святой водой. Считалось, что целебная вода не только в реках и колодцах, но даже на растениях. Чтобы кожа была здоровой, свежей и румяной, русские красавицы вставали на заре и шли в поле или рощу, набирали росы и умывали ею лицо и обтирали тело. Сами же цветы на праздник Маковея, как его еще называли, тоже обладали волшебством. В дохристианской Руси люди создавали специальные букеты-обереги, маковейчики, которые защищали семью от бед на протяжении всего года. Не перестали собирать такие букеты и после прихода христианства. Правда, теперь их освящали в церкви. На Руси были убеждены, это должна сделать каждая женщина или девушка. Но не только с водой и травами был связан этот праздник. Конечно, еще связывают этот день с медом. Мы так и знаем, что это медовый спас. Уже пчеловоды в этот день второй раз заламывали мед и заламывали его обязательно, потому что думали, если этого не сделать, сегодня не заломать соты, то пчелы с соседней пасехи повытаскают весь мед. В этот светлый и святой день было принято угощать друг друга медовыми пряниками, булочками с маком и блинчиками, квасом и, конечно же, медом. Издревле он считался чудодейственным продуктом, а освященный мед ценился вдвойне. Ему приписывались поистине магические свойства. Например, когда пробовали первую ложку меда, загадывали желание. Как говорили наши предки, если что-то сильно хочется, то обязательно сбудется. Но не только приблизиться к мечте можно было в этот день, но даже обрести красоту и привлечь любимого. Поэтому с особым нетерпением его ждали все девки на Руси. И еще бы, ведь раньше он был сродни походу в спа-салон. Девушки становились перед зеркалом в полный рост и приговаривали: «Я самая красивая и привлекательная, приди ко мне, милый, и реши все мои проблемы».
После произнесенного заговора необходимо было нанести мед на лицо на 20 минут, а затем смыть его. Этот ритуал нужно продолжать на протяжении 2 недель. И если вы сейчас, по примеру наших бабушек, проделаете его правильно, то не удивляйтесь, что через 14 дней преобразится ваше лицо. Кожа приобретет розовый оттенок и станет бархатистой. А вскоре вы встретите парня, который заслужит вашего внимания. Еще этим природным продуктом русские красавицы очищали кожу лица. Для этого наносили тонкий слой жидкого меда и, слегка постукивая подушечками пальцев, вбивали его в кожу до тех пор, пока он не загустеет. Остатки меда снимали тряпочками, смоченными в теплой воде. А еще мед смешивали с отрубями, получая таким образом чудодейственный скраб. Лицо после таких процедур становилось свежим, мягким и матовым. Эти рецепты красоты проверены временем и одобрены нашими прапрабабушками. Кстати, эффективны они не только на медовый спас, но и в любой другой день. Главное помнить, что природные богатства и доброе слово творят чудеса. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Антон Водряков, телеканал «Север».